14-я гренадерская дивизия СС «Галичина» и так далее, и так далее. Эти люди нужны исключительно как пушечное мясо. Донат у них пропадает, они все оказываются на обочине истории. Условно, ни один человек из... Вика, ты живая? Да. Слава Богу. Сука! У нас чисто? У нас чисто. Это пиздец. Совпадает с мнением вашего продвинутого знакомого? Ну, понимаете, да, конечно. Но я считаю, что это правильная позиция. То есть, фактически, речь идет о том, что в нашей стране нефть – это особый товар. Ебаться, урод. Двойная выгода. Опа-на! Что натворила? Ты на тормоз нажми. Во-во-во, смотри. И шаг ебаный, еще и тому, блядь, реально. Thank you.
Александра Ефремова. По тому факту, который нам был предоставлен, мы обязаны предоставлять в рамках государственной отчетности перед Росрыболовством, перед пограничной службой России. То есть, по сути, не все эти... Твою в бога мать твою, блять, а! Молодцы, креативненько сказали подарки, что они куда нам? Да, стой, блядь! Стой, да! Стой, где? Я себе. Пиздец. Можно нижний сжать. У тебя сейчас верхний зажать по максимуму. Бах! ISIS still controls the key cities of Mosul and Raqqa. You can point to the по мотивам детективных романов братьев Вайнеров. Попробуем в 21.00 на канале «Россия» для лиц старше 12 лет. Мы не получим ни шиша. Я хотела нос. Продолжают музыкальную часть радио.
Есть, но...